официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России в северо-восточном округе столицы задержана уроженка Республики Таджикистан. Представляясь экстрасенсом, злоумышленница обманывала доверчивых граждан. Она предлагала им помощь за крупное денежное вознаграждение в решении личных проблем посредством снятия порчи, продажи амулетов и проведения магических обрядов. Так, в прошлом году подозреваемая обманным путем завладела денежными средствами жительницы Москвы в размере более 1,5 миллиона рублей за несколько талисманов от сглаза и особо сильные обряды по снятию порчи. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование для установления дополнительных преступных эпизодов.